В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от COVID-19. Об этом сообщается на сайте Минздрава России. Как указано в тексте, на данный момент обсуждается возможность клинических исследований перспективных лекарств в больницах республики. Все это – препараты, предварительно показывающие эффективность в лечении инфекции. Кроме того, Минздрав России обещает решить вопрос с нехваткой лекарств для больных COVID-19. В республику уже начали поступать необходимые медикаменты. Соответствующие решения были приняты Минздравом России по итогам визита в Дагестан группы экспертов Министерства и Росздравнадзора в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.